Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Демина Марина. Я эксперт фирмы 1С, юрист и главный редактор информационной системы 1С ТС. Я рада, что сегодня вы нашли немножко времени для того, чтобы послушать мой доклад о том, как формировать чеки в нестандартных жизненных ситуациях и как применять при этом контрольно-кассовую технику. Сначала немножко теории. В соответствии с 54-м федеральным законом касса применяется всеми предпринимателями и организациями при осуществлении ими расчетов. К расчетам в соответствии с 54-м федеральным законом у нас теперь относятся приемы получения, а также выплата денежных средств как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. То есть независимо от того, принесли вам деньги в кассу или они поступили на ваш расчетный счет, это расчет, и он требует применения ККТ. Расчетом признается получение предварительной оплаты или аванса. Напомню, что по 54-му ФЗ предварительную оплату мы с вами получаем за какой-то уже заранее известный товар, а аванс – это просто деньги, которые нам поступили. Кроме того, расчетом признается зачет и возврат предварительной оплаты или аванса, зачет – это, соответственно, отгрузка. Также предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг. Что такое? Это предоставление займа – это у нас отгрузка без оплаты, погашение займа – это постоплата, либо поступление оплаты в качестве рассрочки платежа. Еще один новый способ платежа, который теперь является расчетом и требует применения онлайн-кассы, это предоставление или получение нового встречного предоставления за товары, работы и услуги. Теперь про реквизиты чека. Они установлены в статье 4.7 закона 54 ФЗ, но приказом ФНС у нас установлены дополнительные реквизиты. Они содержатся в таблице 19 приказа 21 марта 2017 года. Таблица 19 дополняется периодически. Те реквизиты, которые необходимо указывать в чеке, зависят от применяемого формата фискальных документов. И сейчас существует два формата, 1.05 и 1.1, и конечные сроки их действия пока не определены, то есть в зависимости от того, какой у вас формат, вы должны указывать тот или иной реквизит. Вот давайте сейчас немножко поговорим про реквизиты, не буду их перечислять все, но хочу, чтобы вы понимали, обязательность – это вот как раз в зависимости от применяемого формата фискальных данных, печатная форма – это П, электронная форма – это Э. Если вы видите «да», значит, реквизит должен быть обязательный. Если вы видите «нет», то он не должен быть. Если рекомендовано, то ФНС рекомендует, но это не обязательно. И есть еще примечание. Это значит, что он должен быть при соблюдении каких-то условий. Давайте начнем с признака расчета. 1054 ТЭК. У нас с вами может быть приход. Это получение денег, возврат прихода – это возврат этих денег. Кроме того, это может быть расход, когда мы деньги выплачиваем, и возврат расхода, когда деньги нам возвращаются. Еще реквизиты, которые обязательно содержатся в чеке, причем в электронном они есть всегда, а в бумажном только тогда, когда их величина отлична от нуля, это способы платежа. У нас способы платежа могут быть наличными, безналичными, сумма по чеку предоплаты, то есть зачетом аванса, и сумма по чеку предоплаты, то есть это когда мы передаем товар с оплатой в кредит. Кроме того, ТЭК 12.17 – это сумма по чеку встречным предоставлением. Сумма всех этих тегов у нас всегда будет отражаться по тегу 10.12 и того в каждом чеке. Отдельно хочу поговорить про предмет расчета. Это тег, который состоит из нескольких тегов внутри. Прежде всего, это, наверное, признак способа расчета. И здесь у нас целых 7 значений. Можно получить оплату в качестве предоплаты, да, стопроцентный или частичный, аванс. Полный расчет – это когда мы получаем деньги с одновременной передачей товара в чеке, он может не указываться. Частичный расчет и кредит – это когда мы часть получаем за товар, а частично нам будут деньги переведены или внесены в кассу позже. Передача в кредит – это передача товара без оплаты, ну и оплата кредита – это погашение задолженности за товар. Еще два тега, которые связаны между собой – это признак предмета расчета 12.12 и наименование предмета
Это тег 10.30. Напомню, что наименование предмета у нас обязательно, да, а признак предмета расчета в печатной форме может не указываться. Как они между собой связаны? То есть, если у нас с вами, например, в признаке предмета расчета 12.12 указано товар, то в наименовании 10.30 это у нас должно быть указание на то, какой товар мы получаем, да, то есть его наименование из номенклатуры. Если у нас, например, есть значение 10, и мы с вами получаем предоплату или аванс, у нас в 12.12 указывается платеж, а вот в 10.30 наименование предмета расчета мы, собственно говоря, так и можем указать платеж или аванс. Еще что указывается в чеке, в предмете расчета? Это признак агента по предмету расчета. То есть, если мы с вами продаем какой-то товар или указываем, или оказываем услугу в качестве комиссионера-агента, то мы должны указать тег 12.22. И обязательно мы с вами должны указать ИНН поставщика 12.26. Это обязательно. А вот данные агента, данные поставщика указывать не обязательно. При этом, если мы с вами являемся агентом по всему чеку, то есть мы продаем товары только комиссионные, то тогда мы указываем признак агента не в теге 12.22, а в теге 10.57. В примере мы потом с вами это посмотрим. А если мы являемся агентом только по предмету расчета, то только в предмете расчета. Еще у нас с вами есть тег 10.79, это цена за единицу с учетом скидок и надбавок, и количество предмета расчета. Что важно? Важно то, что значение тега 10.23 зависит от тега 12.12, признак предмета расчета. И если у нас с вами в 12.12 платеж, мы, например, получили предоплату, то в 10.23 всегда будет количество 1, даже если предоплату мы с вами получили за 10 одинаковых товаров, то есть за 10 телевизоров, например, всегда будет 1. И, соответственно, если когда мы уже будем эти телевизоры продавать, например, да, и у нас в признаке предмета расчета будет товар, то тогда у нас в количестве будет уже количество этих товаров, да, и цена будет тоже указана за каждое. Значение тега 10.43 у нас всегда равно произведению цену за единицу с учетом скидок и надбавок, умноженное на количество. То есть, если мы с вами получим предоплату за 10 единиц товара, которые стоят по 1 рублю, у нас будет количество 1, но цена за единицу у нас будет с вами не 1, а 10. На примерах тоже с вами посмотрим. Еще один тег, который заслуживает внимания, это тег 11.99, ставка НДС. Всегда указывается одна из ставок, то есть у нас НДС может быть 20, 10 или 0, у нас может быть расчетная ставка, и у нас ставка НДС, НДС не облагается, это тоже ставка, она используется, например, при погашении кредитов, тоже в примере посмотрим с вами почему. Теперь давайте про примеры. Получение предоплаты и ее зачет, то есть отгрузка в счет ранее полученной предоплаты. Я уже говорила, что предоплата – это платеж, когда мы на момент получения денег уже знаем, что приобретет клиент. Что важно учесть, да, что должно быть в чеке? У нас признак предмета расчета – это будет платеж 12.12, признак способа расчета 12.14, предоплата, она будет полная или частичная, то есть 100% или просто предоплата. Наименование предмета расчета мы с вами обязательно указываем в составе чека, потому что мы указываем на товар. Количество предметов расчета 1, даже если это предоплата за несколько одинаковых товаров. И НДС мы указываем с вами обязательно по расчетной ставке. Давайте посмотрим, что нужно сделать в бухгалтерии, чтобы сформировать правильный чек. Мы с вами получаем предоплату за утюг на расчетный счет. Утюг у нас с вами стоит 7200, и все эти денежки мы с вами получили на расчетный счет. Удобнее всего в программе для того, чтобы у нас с вами проходил правильно зачет предоплаты или аванса, удобнее всего товары выставлять и указывать на основании счета, да, делать реализацию, и обязательно все платежи проводить в рамках одного договора. Это вот такая особенность программы, чтобы она нашла нужный товар. Итак, мы с вами выставили счет покупателю, включили туда утюг, и теперь давайте посмотрим, какой чек у нас сформировался.
у нас есть с вами наименование, да, то есть 10.30 ТЭК-утюг. У нас с вами указано, что это по 12.12 это платеж, признак предмета расчета, и предоплата 100%, 12.14 это признак способа расчета, и НДС по расчетной ставке. Теперь мы будем делать зачет предоплаты. Что у нас меняется? У нас меняется признак предмета расчета, то есть у нас теперь не платеж, а товар. И признак способа расчета полный расчет, напомню, он может не указываться. Ставка НДС меняется на 20% и появляется способ платежа, сумма по чеку, предоплаты и зачетом аванса. Итак, мы на основании счета с вами делаем реализацию. Мы не забываем о том, что мы должны выписать счет-фактуру, потому что иначе НДС в книгу продаж не попадет. Это же не розничная продажа. И мы печатаем чек и смотрим, что у нас будет в чеке. В чеке у нас теперь не платеж, а товар. У нас в чеке полный расчет, но у нас осталось, естественно, наименование товара и вот этот способ платежа, о котором я говорила, то есть у нас вид оплаты предварительная. Что мы получим, если мы будем получать полную предоплату за 2 утюга и 1 пылесос? Делаем мы то же самое. Вот мы сформировали счет. Потом мы получили деньги за товары в полном объеме и формируем чек. Что мы здесь видим? Мы видим, что несмотря на то, что утюга у нас 2, и каждый из них стоит 7200, мы в чеке увидим утюг 1 14400, предоплату, платеж, да, это все нормально. Дальше мы с вами делаем реализацию двух утюгов и одного пылесоса. И в чеке что же мы видим? Мы видим, что в чеке теперь все нормально. Теперь у нас с вами два утюга стоимостью по 7200. Итого у нас общая стоимость утюгов 14400. И у нас, естественно, платеж меняется на товар. НДС не по расчетной ставке, а по ставке 20%. Вот это та разница, о которой я говорила. То есть если у нас предоплата даже за несколько предметов расчета, то есть за несколько товаров, но это одна предоплата, поэтому там будет другая стоимость, нереальная стоимость товара, и там будет количество всегда одно. Теперь давайте посмотрим, как можно вернуть предоплату. Получение предоплаты ничем не отличается от прошлого примера. Но при возврате предоплат у нас с вами появляется признак расчета не приход, а возврат прихода. Все остальные теги сохраняются в чеке. Давайте посмотрим. Мы с вами получили наличные, мы с вами формируем чек. Получили мы их за кровать и шкаф. Вот он у нас, чек прихода. У нас указано, что это платеж и что это предоплата 100%. У нас указано наименование товара и оплата наличными. Дальше мы с вами на основании поступления наличных формируем документ выдачи наличных и с операцией возврат покупателю формируем чек. И что мы увидим в чеке? Мы в чеке увидим возврат прихода. То есть мы возвращаем эти деньги, все остальное у нас остается точно так же. То есть мы не меняем 12.12 с платежа на товар, то есть это по-прежнему платеж. И по-прежнему в 12.14 у нас с вами указана предоплата 100%. И последний способ платежа, да, наличными, потому что мы наличные возвращаем. Теперь про аванс. Все то же самое, только аванс – это просто деньги, и там 10.30 можно не указывать, то есть наименование предмета расчета. Но я хочу сделать акцент на том, что большинство программного обеспечения КАС заполняет, указывает платеж от, аванс от. И у нас есть примеры ФНС, которые доведены письмами, и там тоже ФНС указывает в качестве тега 10.30 покупка подарочной карты, хотя по сути это аванс. Итак, все остальное у нас, в общем-то, сохраняется. Давайте посмотрим. Мы получаем с вами 18 тысяч рублей на расчетный счет от покупателя и указываем, что это физическое лицо, да, население, указываем договор, формируем чек. Чек у нас с 12.14 аванс и признак предмета расчета – это платеж, то есть 12.12. Расчетная ставка НДС – вот он тег 10.30, который мы можем не указывать, но за указание никаких санкций не будет. Дальше происходит отгрузка.
происходит все то же самое, как и при отгрузке в счет, полученной ранее предоплатой. То есть мы с вами в чеке видим, что у нас теперь предмет, признак предмета расчета ТЭК 12.12 – это товар, полный расчет 12.14 и название товара 10.30 – пылесос. То есть там был платеж, мы получили по 10.30, а здесь у нас уже пылесос. И, собственно говоря, оплата у нас происходит с зачетом, поэтому здесь в качестве способа платежа указана предварительная оплата. Теперь давайте посмотрим получение и возврат аванса. Почему я это показываю? Потому что очень часто приходят денежки на счет, и вы даже не знаете, что это за деньги, и вам проще деньги вернуть. И кажется, что если вы вот таким образом вернули деньги, то чек пробивать не нужно. Но это немножко не так. В этой ситуации чек все равно нужно пробивать. Чек не нужно пробивать только в одном случае, когда вы заявляете в банк, что это ошибочный платеж. Есть инструкция банка. В течение 10 дней со дня получения денег вы должны заявить, что это платеж ошибочный, и тогда чек не нужно бить ни на получение денег, ни на их возврат. Если вы не успели в течение 10 дней, или вы этого вообще не сделали, то чек вы пробить должны. И на получение денег, и на их возврат. Итак, не обязательно его отдавать покупателю, самое главное, чтобы он ушел в ФНС. Что будет? При получении аванса будет все то же самое, а при возврате аванса у нас с вами будет только возврат прихода. То есть мы получили деньги в безналичном порядке от населения, мы сформировали чек, у нас есть чек-приход, у нас есть платеж-аванс, и у нас указано, что это оплата от населения безналичными. И потом мы создаем на основании поступления списание с расчетного счета и из документа с видом операции возврат покупателя и из документа списания с расчетного счета мы пробиваем чек, в котором у нас в теге 10.54 указывается возврат прихода. А все остальное остается так же, как и было. То есть это платеж аванс, 10.30, ну это в описании можно добавить, выдать население физические лица. И, собственно говоря, все. Следующий пример, который мы с вами рассмотрим, это частичная предоплата, отгрузка и доплата части стоимости товара после того, как мы его уже отгрузили. В чем здесь особенность? При частичной предоплате стоимость товара будет указана не полностью, а разбиваться пропорционально цене. То есть в теге 10.79 цена за единицу предмета расчета будет часть полученной предоплаты пропорционально цене товара или единиц одинаковых товаров. В 10.43 у нас будет стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок та же самая сумма, что и в 10.79, а количество будет всегда 1, я уже ранее об этом говорила, повторю еще раз. И ставка НДС у нас с вами расчетная. Какой пример? Мы получили с вами 13.200 в общей сложности за утюг стоимостью 7.200 и пылесос стоимостью 18 000 рублей. Мы получили эти деньги, мы сделали документ поступления наличных, у нас здесь 13.200 и 2.200 НДС, и мы смотрим с вами, что у нас в чеке. В чеке у нас утюг и пылесос есть в количестве 1, но с совершенно непонятной стоимостью. Да? Почему? Потому что это наши 13.200, которые пропорционально 7200 и 18 000 разбились по этому чеку. То есть мы видим вот такую стоимость. Итог у нас правильный 13200 и НДС у нас с вами правильный 2200. Что происходит дальше? Дальше мы с вами будем отгружать товар. И у нас уже в 12.12 появится признак предмета расчета товар, а не платеж. У нас признак способа расчета новый появляется. Это частичный расчет и кредит, потому что частично мы деньги получили, а частично получим потом. В 10.79 у нас появляется наконец-то цена за единицу товара, то есть нормальное количество предметов расчета, ну в данном случае мы один утюг продаем, и у нас он будет 1 и 1 пылесос по одному. Стоимость предмета расчета будет правильная, то есть цена за единицу на количество единиц. Ставка НДС у нас будет 20%. И добавляется способ платежа, то есть у нас будет часть платежа предварительно, а часть постоплатой. Итак, мы делаем реализацию товаров,
и смотрим, что у нас в чеке. Итак, в чеке у нас то же самое, один утюг, один пылесос, но уже с нормальной стоимостью, то есть 7200 и 18.00. Мы видим, что это 12.12 товар, мы видим, что это 12.14 частичный расчет и кредит, и мы видим способ платежа, часть денег 13200 это зачетом предварительной оплаты, то есть предварительная оплата, и последующая оплата 12000, мы их еще не получили, но получим. Когда мы их получим, мы помним самое главное. Любую отсрочку платежа ФНС России считает займом кредитом. Поэтому оплата после отгрузки – это погашение кредита, постоплата любая – это погашение кредита. А погашение кредита НДС не облагается, а значит в теге 1199 у нас с вами будет НДС не облагается. Это нормально, это правильно, это соответствует разъяснениям ФНС и тем примерам, которые они в своих письмах нам выдавали. А дальше, ну, практически вы уже все знаете, в 12.12 у нас с вами появляется признак предмета расчета «один товар», признак способа расчета «оплата кредита», а вот дальше те же самые чудеса, что и при предоплате. В 10.79 у нас появляется в качестве цены за единицу товара часть стоимости погашения кредита, пропорциональная цене товара. Количество будет всегда 1, ну и, соответственно, тег 10.43 стоимость будет равен тегу 10.79. Итак, мы с вами в программе делаем поступление наличных на 12000 рублей и формируем чек. Что мы видим в чеке? Мы опять видим странные суммы, которые не соответствуют цене товара. Это нормально, потому что у нас с вами платеж, а не товар, да, то есть мы получаем одну единицу платежа. В качестве тега 12.14 мы с вами видим оплату кредита, и, как я уже говорила, 11.99 – это без НДС. То есть этот платеж мы с вами получили без НДС. И способ платежа уже не важно, что мы когда-то получали в качестве предварительной оплаты, не важно, что там что-то нам должны были доплатить. Сейчас в качестве способа платежа указывается только та сумма, которая реально поступила, и только тот способ, то есть вот в данном случае наличными денежными средствами мы получили 12000, значит, у нас будет способ платежа – оплата наличными. Следующий пример, который мы сегодня с вами рассмотрим, это чеки комиссионеров. Как я уже сказала в начале, чеки комиссионера обязательно содержат признак комиссионера. И либо это тег 10.57, он относится ко всему чеку, если в чеке только комиссионный товар, либо это тег 12.22, если только один предмет, один товар у нас комиссионный, а другой наш. Вопрос, который поступает постоянно. Действительно ли комиссионеры-агенты должны указывать свое вознаграждение в чеке? Нет, не должны. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 4.7 закона 54 ФЗ свое вознаграждение указывают только платежные агенты или платежные субагенты, которые принимают платежи от физических лиц, а также банковские платежные агенты или банковские платежные агенты, они действуют в соответствии с законом номер 161 ФЗ о платежной системе. Все остальные комиссионеры, агенты, туристические агенты, страховые агенты не должны указывать свое вознаграждение в чеке, который они выдают покупателю. Надеюсь, это понятно. Давайте к примеру. Мы с вами будем получать полную предоплату за утюг, комиссионный только теперь. И потом этот утюг повезет наш курьер. Стоимость доставки 100 рублей. Что важно? Для того, чтобы программа в чеке отметила этот утюг как комиссионный, да, и чтобы расставлены были в чеке все теги правильные по комиссионеру, утюг нужно выбрать из соответствующей группы номенклатуры с видом товара на комиссию. Это можно сделать через создание счета. И дальше, для того, чтобы корректно произошла реализация и утюга, и собственных услуг, для того, чтобы чеки были сформированы корректно, лучше это все делать по одному договору. Даже не лучше, а необходимо. Иначе у вас частично оплаты в чеках просто разойдутся. Итак, давайте начнем по порядку. Мы получили деньги от покупателя, выбрали в качестве покупателя физическое лицо
и хотим добавить утюг, за который мы получили деньги. Делаем это через счет, выбираем номенклатуру товары на комиссию, выбираем наш утюг оттуда, вид номенклатуры у него, товары на комиссии. Мы добавили утюг, нажали кнопочку «Чек» и видим, что в чеке у нас, во-первых, уже указано, что выступает в качестве комиссионера. И по всему чеку, как вы видите, у нас стоит тег 1057 «Комиссионер». У нас указан ИНН поставщика, ну и другие данные поставщика, хотя на самом деле, для, напомню, для 1.05 это не обязательно. Дальше у нас с вами предмет расчета, естественно, это платеж. Да, указываем наименование «Утюг», но предоплата 100%, то есть дальше все как обычно. Потом мы с вами получим оплату за доставку и отгрузим товар. Делаем поступление, указываем тот же самый договор. Поступление у нас будет наличными. И дальше отгружаем товар и формируем чек. При этом при отгрузке товара мы с вами заполняем и закладку товара, да, и закладку услуги. Там указываем наши услуги по доставке. Что будет в чеке? В чеке мы уже с вами не видим, что в чеке указывается 1057, да, то есть комиссионер по всему чеку. Не указывается. Указывается только отдельно по утюгу 1222 комиссионер. И туда условно переезжает, да, указание данных поставщика и его ИНН. А вот доставка товара... У нас эта услуга наша, там нет признака комиссионера, то есть там у нас просто услуга и полный расчет без чего-либо. При этом по итогу чека мы смотрим, да, что у нас сумма включает в себя и 100 рублей, которые мы получили за доставку, и 7200, которые мы получили в качестве оплаты предварительной за утюг. Еще один вопрос, который... очень всех волнует, это как исправлять ошибки в чеках. Да? Методику дала ФНС еще в 2018 году. Методика эта применяется, если чек не был пробит вообще, либо если в чеке были ошибки в реквизитах. Есть общие правила. Они заключаются в том, что, во-первых, чеки формируются по каждой ошибочной операции, то есть нельзя сформировать чек коррекции, немножко поговорим попозже, нельзя сформировать чек, исправляющий ошибки сразу там за 25 операций за весь месяц. При этом корректировку расчета можно произвести с применением любой единицы ККТ. Чтобы избежать ответственности, необходимо выполнить некоторые требования. Во-первых, письменно из личного кабинета заявить о нарушении в налоговую инспекцию и сформировать соответствующий чек. У нас есть законопроект, он уже с ноября рассматривается Госдумой, но пока, наверное, не будет принят. Смысл этого законопроекта в том, что достаточно только чека, заявление формировать не нужно. Но пока он не принят, из личного кабинета по каждому неправильному чеку такое заявление формировать обязательно нужно. Из личного кабинета по ККТ. И плюс, естественно, налоговая не должна знать о том, что вы совершили ошибку. То есть, если они уже знают, то ответственности не избежать. И представленные документы должны быть достаточными для того, чтобы налоговая поняла, какая ошибка была все-таки совершена. Итак, как нужно исправлять ошибки? Порядок исправления ошибок зависит от применяемого формата фискальных данных. При этом, если чек не пробит, то формируется кассовый чек коррекции и для ФФД 1.05, и для ФФД 1.1. Но если чек содержит ошибку, например, это чек с признаком расчета приход, то для ФФД 1.05 мы с вами формируем такой же кассовый чек с признаком расчета возврат прихода и указываем там фискальный признак некорректного чека, а потом формируем правильный кассовый чек с признаком расчета приход. Для ФФД 1.1 мы формируем признак, формируем кассовый чек коррекции с признаком расчета возврат прихода, и он будет содержать те же данные, что и ошибочный чек. А потом формируем чек коррекции с признаком расчета приход, который содержит правильные данные. С точки зрения программы разницы
в действиях, в зависимости от того, какой формат установлен фискального накопителя в той кассе, через которую вы будете формировать чек коррекции, нет. Порядок действий одинаковый. Мы сейчас про него поговорим. Что касается тегов. У нас есть тег 1173, это тип коррекции. Он может не включаться, но принимает одно из следующих значений. Либо самостоятельная операция, либо операция по предписанию налогового органа. И тег 1174 – это основание для коррекции. Обязательно в нем для 1.05 только дата. Может не включаться описание коррекции, но мы рекомендуем это делать. И номер предписания включается только в том случае, если, естественно, это предписание у вас есть. Итак, давайте посмотрим, что нужно сделать в бухгалтерии. 8, редакции 3 для того, чтобы сформировать чек коррекции. Пример простой. Продали телевизор стоимостью 62 тысячи рублей, но в чеке по ошибке указали 72 тысячи. Телевизор продавали документом реализации. Вот наши 72 тысячи, вот они в чеке в качестве итога. Для того, чтобы выбить чек коррекции, мы должны сначала сторнировать ошибочную реализацию. После этого провести новую реализацию. В ней указать уже правильную сумму. Но дальше начинается магия. Небольшая. Мы нажимаем кнопку «Чек». И в чеке ставим, во-первых, галочку, что это чек коррекции. Во-вторых, в качестве основания мы указываем ту ошибочную реализацию. Описание можно указать. Дата коррекции обязательно. И смотрим, что у нас с вами будет в чеке. Здесь в чеке не будет, в общем-то, ничего. Он практически такой же. Да, мы видим, что там 62 тысячи рублей. Но дальше я отправляю этот чек на кассу. И касса выдает следующее. Она выдает два чека. Первый чек – возврат прихода, второй чек – приход. В одном чеке у нас 72 тысячи рублей, в другом чеке у нас уже правильная сумма – 62 тысячи рублей. И то, о чем я говорила, дополнительный реквизит чека обязательно тоже указывается. Касса, на которой я пробивала этот чек, она с форматом 1.05. Поэтому это вот таким образом. Но напомню еще раз, да, в программе, даже если у вас 1.1, порядок действий совершенно тот же. Итак, еще один пример, последний, который у нас часто тоже вызывает вопросы, это удержание из зарплаты и чеки при удержании из зарплаты. Во-первых, давайте немножко теории. Касса не нужна, если удержание из зарплаты производится в соответствии с статьей 137. То есть, если это не отработанный аванс, если это отпуск какой-то, да, который авансом предоставили, если это выплаченный в результате ошибки доход и так далее. Еще чек не нужен, если происходит возмещение стоимости расходов, которые понес работодатель. Почему чек не нужен? Потому что возмещение расходов не признается расчетом по статье 54 ФЗ. Вот вам, пожалуйста, письма. Там написано, при каких конкретно операциях чеки действительно не нужны. Но чек нужен, если работодатель продает товары собственного производства, сам оказывает услуги, либо он ранее приобрел какие-то товары у других лиц и передал их сотруднику. При этом чеки выдаются в момент расчета. Момент расчета у нас является и передача товара или оказание услуг, и получение оплаты. Да, мы помним. Получение оплаты при удержании зарплаты будет определяться как выплата заработной платы, то есть перечисление ее на счет работника за минусом удержанной суммы. Давайте посмотрим, что происходит с тегами. Порядок формирования чеков и реквизитного состава этих чеков зависит от того, что происходит сначала. Если сначала происходит реализация товара или услуги, а потом удержание мы удерживаем из зарплаты, то у нас признак предмета расчета – это товар, признак способа расчета – передача в кредит, потому что деньги мы получим потом, наименование предмета расчета указывается обязательно, да, то есть что мы передаем, за что мы потом деньги будем получать. Ставка НДС обыкновенная и способ платежа 12-16, сумма по чеку постоплатой в кредит. Давайте посмотрим,
пример на примере, пример на примере, передачи увольняющемуся сотруднику спецодежды. Итак, мы с вами реализуем спецодежду сотруднику, передаем на нее право собственности, выбираем в качестве контрагента сотрудника, формируем чек. В чеке мы видим, что это чек прихода, что там есть спецодежда, что 12.12 признак предмета расчета – это товар, и признак способа расчета – это передача в кредит. Дальше мы удерживаем из зарплаты стоимость спецодежды переданной. У нас уже будет с вами признак предмета расчета 10 платеж, признак способа расчета оплата кредита. Наименование предмета расчета нужно указывать, но требований нет. Поэтому можно указывать удержание с физического лица или удержание за, или удержание с физического лица за. То есть тут никаких санкций к вам применено быть не может. Ставка НДС у нас будет. НДС не облагается, потому что это погашение кредита, я напомню. И появляется новый способ платежа 12.17. Сумма по чеку встречным предоставлением. Смотрим, как это в программе. Мы удерживаем стоимость переданной спецодежды у сотрудника, потом заходим с вами в отражение зарплаты в бухучете, смотрим начисление, смотрим удержание, ставим обязательно галочку «Чек», мы описываем удержание, то есть это то, что пойдет в ТЭК 1030, да, предмет расчета удержания за спецодежду, и дальше формируем чеки, фискализируем эти чеки. То есть напомню, что чек будет сформирован, их можно фискализировать в программе по одному, можно в какой-то один момент все сразу. Ну вот у меня один чек, у меня один господин Иванов. В программе я его не увижу, поэтому вот, извините, пришлось таким кустарным способом. Итак, это у нас чек прихода, предмет расчета Иванов Сергей Петрович, удержание за спецодежду, это платеж и это оплата кредита, то есть у нас с вами НДС облагаться оно не будет. И появляется вот эта иная форма оплаты, то есть иным встречным предоставлением это есть как раз удержание из заработной платы. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам удачи в вашей нелегкой работе. Всего вам хорошего.